Всем здорово! На связи бородатый мастер. Все вы заметили проблему, которая у каждого в доме кроется. Это велики. Они везде, где только их нету. Я решил, что нужно с этим что-то делать. Можно повесить просто на трос, на буксировочный, и не заморачиваться. Но я-то не из тех, кто ищет легких путей. Сегодня я сотворю полуавтоматическое хранение для велосипедов. Поехали! Самый мой любимый инструмент – это сварка. С помощью сварки можно решить любую проблему. Кто считает так же, поставьте мне лайк. Напишите в комментариях, какую проблему вы смогли решить с помощью сварки. А я обязательно вам отвечу. Одну штуковину уже сделали, осталось еще одну точности сделать такую же. Показывать я этого не буду, просто их я уже сделал две. Вот я и сотворил эти штуковины, которые решат эту проблему раз и навсегда. Осталось установить, поперли и посмотрим, как это будет. Вот как-то так. Прикручиваем очень жестко, очень конкретно, иначе не миновать беды. Суть в чем? Берем велик, прикрепили, начинаем его поднимать вверх. Ремни сматываются, поднимаем до самого верха, подняли и резким рывком вниз фиксируем ремень. Один зафиксировался, второй нет. Ну, второй уже не проблема, подтягиваем выше и резким рывком фиксируем второй ремень. Таким образом велик у нас висит до тех пор, пока его не приподнять вверх. После того, как мы его приподнимем вверх, он начнет опускаться. Вот оно, то чудо, которое я хотел сотворить. Реально все классно, реально удобно. Никаких проблем нету.
и выглядит довольно-таки симпотно. Захотел я покататься, даже не то, что на зиму, да, мы его хранить, летом. Приехал, подвесил, захотел покататься, приходишь, просто приподнимаешь велик, он начинает опускаться. Все, никаких проблем. Вот такую вот прикольную штуку сегодня я сотворил. Это приспособление явно поможет каждому, у кого есть велик, велосипед. Это можно сделать в квартире, на балконе, да где угодно. Это реально поможет, потому что я сейчас сделал его, я делал в реальном времени, я до этого не знал, что я делаю. Я сделал, оно мне помогло, и оно поможет каждому из вас. Поэтому подписывайся на мой канал, ставь мне лайк за это видео и жду обратной связи. Пишите комментарии, будем обсуждать вместе, что вы считаете, что здесь сделано не так. Я буду отвечать каждому из вас. Ну а сейчас пока. До скорой встречи.